Дорогие ребята, сегодня вы получите свою заслуженную награду – медаль за успехи в учении. С виду она очень маленькая, но очень тяжелая, ведь в ней заложены ваши старания в течение 11 лет. Она очень ярко блестит на солнце, и это не случайно. В этом блеске вы найдете отражение глаз ваших классных руководителей и ваших родителей, которые гордятся вами. Вы без пяти минут студенты. Я желаю интересной студенческой жизни. И где бы вы ни учились, за рубежом или в нашей стране, вы можете гордо ответить на вопрос, где вы закончили школу. Я закончил школу города Ивантеевки. Добрый путь, дорогие выпускники! За особые успехи в обучении медалью и памятным знаком награждается Марданова Алина, выпускница первой школы. За достойное воспитание благодарственным письмом главы города награждаются родители Алины Наталья Леонидовна и Анвар Васильевич.
зал. И вместе мы стоим на этой сцене. Вот подошел к концу медальный бал. Ждут впереди прекрасные мгновения. Все песни пропеты, стихи все рассказаны, и все теоремы успешно доказаны. Итак, мы выросли, такое случается. Как жаль, что все снова не начинается. Останутся в школе девчонки, мальчишки, им дальше сидеть над тетрадкой и книжкой. Им и рулить по фарватеру школьному. Пусть станут умнее, бодрее, прикольнее. Мы же уйдем, разлетимся, как аисты, выросли. Что же, такое случается. Не будут легкими пути, придется много нам трудиться. Но сможем мы их всех пройти, всего, что хочется добиться. Сегодня нам чуть-чуть тревожно, сегодня радостно чуть-чуть. И нас понять, конечно, можно, ведь перед нами новый путь. Она нас ждет, зовет, страшит немножко, манят великие дела. Но не забудем мы дорожку, что в школу каждый день вела. Плачут девчонки, мальчишки вздыхают, мамы тихонько слезу вытирают. Кончилось детство, как птица вспорхнула, взрослая жизнь нам глаза заглянула. Белая сирень нам машет, словно птица. Последний школьный день, он прошлое учится. А мы сейчас сойдем со школьного крылечка. Лишь детскую мечту возьмем с собой навечно. Школьная парта светет и тетрадка, взгляд на соседку. Влюблялись, дружили, над чем-то смеялись, о чем-то грустили. Белая сирень нам машет, словно птица. Последний школьный день, он прошлое учится. А мы сейчас сойдем со школьного крылечка. Детскую мечту возьмем с собой навечно. Вот и закончим урок наш последний. Все, что учили, возьмем без сомнения. В новую жизнь мы с тобой так просто. Детство училось, и ты стал взрослой. Белая сирень нам машет, словно птица. Последний школьный день.